Здравствуйте, это канал Максимат. Здесь сегодня мы поиграем в такой вынос мозга под названием Бален Таур Рейс. Постоянно меня просят поиграть в эту игру. Потише сделать надо. Вот так пойдет. А, и как мне теперь закрыть это? Как курсор теперь убрать? А, подожди, там что-то было написано. А, вот, все, теперь убрался. Короче, паркурчик это такой, игра простенькая, надо просто тут прыгать и все. И пока что у нас получается вроде бы. Пока ничего особо сложного нет. Видно, что у нас там внизу слева ХП есть и чего-то еще. Я пока не в курсе. Что это? Не знаю, так, что это, что у нас здесь? F-U-S. Это ядро, по-моему, ничего не дает. Давайте туда стрельнем. Да не, от него нет толка, по-моему. От ядра, от этого. Так, вот здесь вот надо, походу, как-то... разгончик взять, что ли? Я знаю, что вот она подбросит, но надо как-то среагировать успеть. Она нас отбросит немного не туда, да? Все. Будет фигово. Ой-ой-ой. Минус один хп. Так у нас не было ни одного хп-то. А, это чекпоинт. Костер это чекпоинт, я так понял. А может и нет. Ну, наверное, да, потому что мы тут... мы респаунились прямо на, в костре. Да что ж ты будешь делать? А, блин, я теперь еще и умереть не смогу. Здесь, внизу. Здесь нажимаешь, тут никак нельзя убрать это. Здесь никак рестартнуть просто нельзя. Убить себя и все такое. Придется прыгать самому туда. Кстати, за что мы вообще играем? Вот это вот мне тоже непонятно. За какую хренотень? Да блин, ну как сдохнуть-то? Чтобы появиться на чекпоинте, надо сдохнуть. А сдохнуть не получается что-то. Так, давайте прыгнем. Во-о! Получилось. Мы прыгнули. Так. Там топорики. Я вижу, и меня они уже напрягают. Так, ну тут надо всего-то прыгнуть сюда. Не получилось. А очень жаль. Главное сейчас опять не упасть и...
с одним хп опять не остаться. Чтобы потом опять не пришлось сюда залезать. Да блин. Мне еще неудобно нажимать. Я сегодня утром кровь из пальца сдавал. И мне сейчас этим пальцем вообще я не могу нажимать. Дави. Не надо. Да блин. Отлично. Грибочки какие-то непонятные. Так, вот здесь надо. Так, а что с топориками-то делать? О, отлично, мы прошли через них. Это еще что такое? А, так, это сила размаха, я так понял, только для чего и куда это? Так, это снова чекпоинт, я так понял. И куда он ведет? Что? Я что, должен вот так прыгать, что ли? А, вон они. Так, подождите. А, вот как. Эти штуки не всегда открываются. Они открываются... да, а что с этим-то делать? А, у меня еще и пропал этот факел или что там было. Там мешается с платформы наверху. А, вот факел. Платформа наверху мешается, и нам и не получается мне нормально туда прыгнуть. Вот, видите, вот эта платформа, она мешает, она не дает мне туда попасть. Да ё-моё, ну это бесполезно. Еще и рычаг этот постоянно дергать туда-сюда. Что-то как-то это не очень-то интересно. Да блин, ну он не может туда никак. Там мешает верхняя эта хрень. Уже бесить начинает это. Как дальше-то туда попасть? Если там мешается сверху это. Хренотень. Может дальше получится допрыгнуть? Попробуем. Или на нее. О, допрыгнул. Смотрите-ка, допрыгнул. А тут-то как? О, о, окей. А сюда допрыгнет? Допрыгнул. Так, аккуратно здесь надо. Очень аккуратно здесь надо. Да, вот тут уже можно побомбить. Допрыгнуть он туда, это еще надо постараться. А, хотя нет, не надо. Мы вроде бы разобрались, как правильно туда прыгать. Я ненавижу это просто. Да блин, ну... Я ничего не вижу. Так, давайте подождем, когда он сам опустится. Он же опустится сам.
Вернее, в обратную сторону. О, точно, я же говорил. Опять ничего не вижу. Черный экран, ничего не вижу я. О, окей. Ой, блин. Там где конец-то уже будет этого уровня? Ого, ни хрена. Еще сколько там. Надеюсь, хоть чекпоинты у них есть. Ничего не вижу опять. Я все еще ничего не вижу. А, вот теперь вижу. Я опять не вижу. А, не вижу, не вижу. Черный экран. Барахлит у меня монитор. Пропадает изображение иногда на несколько секунд. Потому что провод отходит. И я никак не могу это исправить. Не вижу опять ничего. Где, где, чё, блин? Дерьмо какое-то вообще. Ненавижу это просто. А, опять ничего не вижу, ничего вообще не вижу. Не вижу до сих пор нету ничего. Да, он все время за, он все время не монитор этот выключаться будет. Когда мне он, монитор мне вообще паркур не дает пройти. А, ну вот сейчас самое время еще застревать, блин. Так, окей. Да блин! Туда сложно допрыгнуть. Хотя первый раз я смог. А сейчас не получается. Куда там прыгать? Да ни хрена тут прыгать еще. Но мы будем стараться. Я не гарантирую, что мы сумеем весь паркур пройти, но хотя бы какую-то часть, я надеюсь, мы пройдем. А туда как? Он туда вообще может допрыгнуть или нет? Да, а, погодите, надо спуститься туда. А это что? Зачем нам сюда? Ну, я вижу, что здесь пианино, но с ним никак нельзя взаимодействовать. Или нам сюда все-таки не надо? Не, наверное, надо, но тут ничего нет. Да что ж ты будешь делать? Мне... А, мне... Я что, опять должен туда прыгать, что ли? Нет, скорее всего, мы весь паркур этот не пройдем. Вот сколько пройдем, столько пройдем. Дерьмо, блин. Да блин, это бесит уже вот вообще.
Так, ладно, давайте последнюю попытку. Если не получится, перейдем на другую карту. Там еще какой-то вариант есть. Так, все, хватит. Надоело это, надоело. Старт сервер. Death Run. Давайте проверим, что это у нас такое. Death Run я запускал. Start the game. Я нажимаю. Посмотрим, что второй режим из себя представляет. Рычаги, надеюсь, что они нужны. Чё не жмакается-то? А как я попасть-то туда должен успеть? А чё он не опускается? Да я не могу... Да как долететь-то до туда? Подождите, а я чё, бесконечно падать так теперь буду? А как выйти? А как... А чё теперь делать? Так, килл. Ничего не... Не, это не помогает. Так, а кнопка выход-то где? А выход-то где? Где выход-то, блин? Ладно, давайте в таком случае на этом первую... По крайней мере, первую серию закончим. Может быть, вы что-то подскажете в комментариях. Что-нибудь полезное про эту игру. И может быть, мы вторую серию еще запишем. Ну а на сегодня все. С вас эпизод с меня. Эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Спадеру ВКонтакте, в Яндекс.Зен канал. Подписывайтесь и всем пока.